Сюда бери. Сюда бери. Что касается сложности, но формат практически 1000 километров бездорожья за 2 дня, я думаю, что два таких дня они бы сделали честь любому из этапов Кубка мира. По уровню действительно там сложно. Даже я сказал бы, что таких 2 дня получилось дакаровских. Понятно, что на Дакаре таких дней 14. Но как бы для меня тоже было интересно как бы участвовать в этой гонке. Мы не ставили себе каких-то задач по поводу там выигрыша. Больше это была, конечно, для нас тестовая гонка для автомобиля. И для меня на этом автомобиле, я думаю, что как бы я и команда вынесет много полезного для себя. Это не наши, Юр. Там бы мог на поворотике и...
вот такие. Мы там понимаем, джипичи, как они называются, я не знаю. Джипичи, бог их знает, но машины шли. А потом за ними шел этот, как его? Мотоциклы вот эти. Ну, как? Квадратик. Квадратиком? Квадроциклы, наверное? Да, мотоциклы шел. А колеса такие большие? Ну, колеса. Были два, а потом вот маленькие шли такие колесики. Были, это самое. Ой, я не знаю. Сначала даже в притырке шел квадратик. Именно за пятой машиной шел квадратик. Ну, вы уже определились, за кого вы болеете? А мы их мы не за знаем. Всех людей болеем, чтобы они были здоровые, чтобы ничего из ними не было. И все. Но мы не знаем, мы кто не знаем, под каким номером идет. Красавцы, хуля. Внимание настоящих мужчин. Это была презентация дорог нашего района. Все справились с поставленной задачей в той или иной мере. Посмотрев на нашу прекрасную природу. И я думаю, что эти соревнования это начало презентации нашего района. Я хочу сказать, в соревнованиях участвовал наш губернатор Сумской области Юрий Павлович Чмых и за два дня он достойно преодолел те судьи, или, судьи уже оценили. За два дня преодолел поставленные задачи перед соревнованием. И я думаю, что сегодня мы будем поздравлять нашего губернатора как любителя автомобилиста, участвующего в авторалли, с победой. До новых встреч! Участник Эль-Халаби Рафит и Тело Михаил. Экипаж, занявший 13-е почетное место и 4-е в номинации первой зачетной группы категории рейд. Молодец! Ребята получают памятные подарки. Вот. Поддерживаем! Посмотрите, среди наших своих парней не только есть вот такие классные волосатые, мохнатые мужики. Мои красивые девчонки. И поверьте, она им спуску не дает на трассе. Но скоро маленьком собирают. Вот она, это красивая автомобиль. Верховная злая. Лада Фигер. Второе место. Первая защитная группа в категории рейд. Ребята, выходите, выходите. Покажитесь. Вот эта хрупкая девушка, пилот. Поддержим ее аплодисментами. Верховная злая. Экипаж, который занял 8 место в категории Рейд, Кулаковский Игорь, Шипков, Роман. Вот эти ребята! Ребята получают свои памятные подарки, но я вызываю следующий
экипаж, который занял 6-е место. И сейчас Сумщина взорвется аплодисментами. Это мои старые друзья и старые участники первых ралли-рейдов на Украине. Экипаж номер 104. Ивченко! Извините, пропустил следующий экипаж. 7-е место. Сухевский Вячеслав! Дорогие ребята, выезжаем сюда и получаем свои памятные призы!